Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы порассуждать на тему ответственность. Это слово означает как духовное, так и физическое состояние человека или группы людей, для которых что-то важно, для которых важны их слова, обязанности, поступки, обещания, действия. И врачи, они ответственны во многом и даже дают обещания через клятву Гиппократа в своей ответственности за оказание помощи больным людям. Учителя, строители, военные, судьи, родители, дети. У всех есть определенная доля ответственности. Может быть, не все они их знают, не все очень серьезно о них рассуждают, но когда парень с девушкой идут в ЗАГС, или в церковь создавать семью, они тоже ответственны не только друг перед другом, но и за своих будущих детей. И в России очень много распадаются семей, больше половины, 65% семей заканчивают свое существование разводами. И это говорит о том, что ответственность у этих людей крайне низка. И если бы это перевести на русло экономики, скажем, какое-то производство, где из 100 автомобилей 65 бракованные, из 100 тортов 65 невозможно продать, то это бы закончилось крахом, и производство было бы закрыто. И это сегодня происходит в России. Измены, чревоугодие, гордость, страсти двигают людьми, и это духовное состояние, которое ответственность занижают или хотят исключить вообще. И существует юридическая, материальная, административная и духовная ответственности. И ответственность, она очень важна для того, чтобы человек или группа людей правильно вела свои дела. То есть охрана границ, оказание духовной помощи в церквях, врачебная помощь, учительская помощь, строительство зданий. И все это должно быть с ответственностью. И латинское слово «респондере» – это означает «обещать». И ответственность – это дача этого обещания. И мы обратимся к Библии только один стих на тему ответственности. И это Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стихом. И стоит следующее: «От всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут». Смотрите внимательно, это духовный посыл каждому человеку. Это как сторож, который обещает не просто получать свою зарплату, а охранять объект, который ему вверяют. И если человек не может этого делать, то тогда он находится не на своем месте. И тогда он не может обещать. И обещание его ничего не стоит. Ответственность. Порассуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.